В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Ежегодная кампания по вакцинации населения против гриппа стартовала в муниципалитете. У нас всегда народ с удовольствием прививается от гриппа. Люди уже поняли, что это хорошо. В здании Центра социального обслуживания «Вера» была объявлена пожарная тревога и эвакуация. Один спасенный и 53 эвакуированных. С задачей справились. Завершился ежегодный фестиваль «Видное. Город читающий», который проходит в Центральной библиотеке. Если ты будешь читать книги, ты будешь становиться умнее и узнавать много чего нового. В Ленинском округе началась кампания по вакцинации населения против гриппа. Процедура проводится с целью снижения частоты осложнений, случаев госпитализации, летальных исходов и эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. Наш корреспондент Юлия Погосян приняла участие в вакцинации. Грипп – самое опасное заболевание из всех острых респираторных вирусов. Осложнения могут привести к пневмонии и серозному менингиту. Эпидемия гриппа начинается с первыми заморозками. Но наслаждаться зимними месяцами в полную меру, не переживая, что настигнет болезнь, сегодня проще, чем кажется. Самый эффективный способ уберечься от инфекции – сделать прививку. Процедура быстрая и безболезненная. Каждый год штаммы прививки пересматриваются и... Тот вирус, который ожидается, добавляется штаммы того вируса, который не ждут, и удаляются из вакцины. Так что получается, что вакцины у нас ежегодно обновленные, свежие. У нас всегда народ с удовольствием прививается от гриппа. Люди уже поняли, что это хорошо. И действительно, с каждым разом желающих пройти процедуру все больше. Несмотря на то, что кампания по вакцинации только началась, у прививочного кабинета уже очередь. Но беспокоиться не стоит. Вакцин хватит на всех. В этом году Видновская районная поликлиника закупила порядка 14 тысяч доз. Второй год уже прививаюсь. Какие результаты? Что видите? Положительные? Положительные результаты. Какие? Я не болею. Надо прививаться. Делать прививку от гриппа можно всем, кто полностью здоров, не допускается даже легкая простуда. Особенно рекомендовано людям, которые находятся в группе риска. Это дети 6 месяцев, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет. Противопоказание одно – непереносимость куриного белка, который входит в состав. Действие вакцины начинается через 2 недели после процедуры, поэтому так важно пройти вакцинацию как можно раньше. 74-летняя жительница города Видное Клавдия Лапшина прививку делает настолько давно, что уже даже не помнит, когда это было впервые. К распространенному мнению о том, что после вакцинации люди сильно болеют, относится скептически. Говорить с ней такого никогда не случалось. Напротив, состояние здоровья в разы улучшилось. Без прививок я болею и гриппом, и простудными заболеваниями, и с температурой, и подолгу, по 2, по 3 недели. А с прививкой бывает, что совсем осень, весну и зиму я вообще не заболеваю. А если заболею, то очень в легкой форме и несколько дней. Вакцинация против гриппа для жителей муниципалитета совершенно бесплатна. Осуществляется она в районной поликлинике. Достаточно записаться на прием к терапевту, который вас осмотрит и назначит процедуру. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В пожарную часть города Видное поступил тревожный сигнал. По адресу Садовая, 22, в здании Центра социального обслуживания «Вера» была объявлена пожарная тревога. Огнеборцы выехали на место предполагаемого возгорания, но чуть раньше там оказалась наша съемочная группа. В Центре социального обслуживания «Вера» обычное утро. Посетители и сотрудники заняты привычными делами. Одни коротают время в беседах, другие спешат на процедуры, третьи готовятся к занятиям. Андрей Анатольевич, 1001 в отделении дневного пребывания, номер 1, обнаружен очаг возгорания. После объявления тревоги начинается эвакуация сотрудников и посетителей центра. Надо отметить, что этот процесс проходит организованно и без лишней суеты. Покинув здание, все отправляются в сквер у администрации муниципалитета. К месту эвакуации сбора Ирина Семеновна вас отведет, заведующая отделением СРО. Все идем в сторону администрации.
Спустя считанные минуты появляются пожарные. Их действия слаженные и отточенные. Правда, на самом деле никакого возгорания нет. В центре Вера проходит плановая общеобластная тренировка по противопожарной безопасности. И эвакуация только часть их. Во-первых, мы довели до работников и посетителей соцуслуг лекционно двумя темами. Это понятие, что такое природные и техногенные опасности. В дальнейшем мы показали им первичные средства тушения, а также средства спасения. Вот. А в последующем уже основным элементом для центра социального нашего обслуживания является эта эвакуация. По легенде учений, в здании оказался человек, который не смог эвакуироваться. Он как раз находится в том месте, где по сценарию произошло возгорание. Спустя минуту он уже оказывается на свежем воздухе. Каковы результаты операции? Один спасенный и 53 эвакуированных. С задачей справились. Несмотря на то, что все действия пожарные выполнили как на настоящем возгорании, воду подавать не стали. Главное в учениях – организовать эвакуацию людей. Впрочем, в центре к этому народ привычный. Не страшно было? Нет, не страшно. Сегодня хорошо, мы тренируемся в месяц один раз. Все нормально, все довольны. Подобные тренировки позволяют понять, какие проблемы могут возникнуть в случае реальной опасности. Ведь посетители центра – пожилые люди и инвалиды. И в этот раз есть на что обратить внимание. Сейчас приехала пожарная машина, к сожалению, с первого раза не смогла заехать на нашу территорию в связи с тем, что поблизости расположены автомобили жителей, которые проживают напротив. Я думаю, что этот вопрос мы возьмем на контроль и будем решать для нанесения необходимой разметки, если это необходимо, либо установки знаков. После окончания тренировки жизнь в центре Вера вновь потекла своим чередом. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Новый учебный год в детской школе искусств поселка Горки-Ленинские отметили концертом. Ученики продемонстрировали свои умения родителям и детям, которые также хотят учиться игре на музыкальном инструменте. Как прошел день открытых дверей и чему еще учат в Горкинской школе искусств, расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. Музыкальный инструмент по душе дети выбирают по-разному. Кого-то приводят родители, а кто-то просто хочет заниматься творчеством. На дне открытых дверей в детской школе искусства ребятам помогают сделать осмысленный выбор, о котором они точно не пожалеют. В детской школе искусств поселка Горки-Ленинские обучаются около 110 ребят. Они занимаются на бюджетной и платной основах, из которых бесплатно обучаются 82 ребенка. Этой весной школе пришлось сменить прописку после закрытия старого здания, которое было вдвое больше. Но в тесноте да не в обиде. В день открытых дверей здесь были рады всем, особенно тем, кто уже сделал выбор. На нем присутствовали не только наши ученики и родители, уже учащиеся, и наши абитуриенты, которые только собираются поступать. Вот сегодня я, например, приняла уже два заявления на фортепиано. С первых нот концерта стало понятно, научиться играть так же, как юные исполнители, новичкам будет непросто. Иван Дмитриев исполнил знаменитую композицию Скотта Джоплина «Артист эстрады». Иван занимается трубой 4 года, и хотя музыкант увлекается еще и спортом, все же музыка на первом месте. Важнее труба, конечно, потому что это мое будущее, а футбол это я так просто играю. Отец Ивана, Андрей Дмитриев, сам с малых лет занимается трубой. Сейчас он преподает игру на духовых инструментах, в том числе и сыну. Считает, что к мальчику просто необходимо предъявлять повышенные требования, ведь он продолжатель музыкальной династии. Труба такой, он сложный инструмент, он всегда дает сложно. И сегодня он сыграл хорошо сегодня, только сейчас начало сезона, и еще не развернулся он в плане музыки раскрытия, а сыграл сегодня очень прилично для начала. Некоторые музыканты с большим волнением исполняли свои номера. Юный аккордеонист переживал легкие помарки сильнее всех. Но, как говорится, волнение проходит с опытом, а потому незначительные ошибки для юных музыкантов – лишь возможность стать лучше и еще усерднее репетировать. Родители в очередной раз с гордостью посмотрели на своих чад, а другие дети заинтересовались игрой, и, возможно, в следующий раз они придут на занятия не в качестве зрителей, а в роли учеников. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.
В день, когда Ленинский район отмечал свой юбилей, звуки праздника можно было услышать в разных точках муниципалитета. Для детей были организованы тематические игровые площадки, на которых каждый юный житель мог от души повеселиться. Наш мобильный репортер побывал на улице Фокина, что в микрорайоне Новостройки. Большая команда клоунов в разноцветных костюмах зазывала местную ребятню принять участие в играх и веселых развлечениях. Игровой бум, а именно так называлось это праздничное мероприятие, собрал более 300 жителей, взрослых и детей. Все вместе они отметили юбилейный день рождения Ленинского района. Танцевали, пели, в общем, веселились от души. Завершился фестиваль «Видное. Город читающий», который Центральная библиотека каждый год устраивает для своих постоянных посетителей. Наша съемочная группа отправилась на заключительное мероприятие «Праздник читателя», чтобы узнать, кто же стал королем и королевой книги в этот раз. Фестиваль «Видное. Город читающий» проходит в Центральной библиотеке уже более 5 лет. И каждый раз все участники с нетерпением ждут его кульминации – праздника читателя. На празднике читателя около Видновской библиотеки собрались ребята со всех школ муниципалитета. Сегодня здесь подведут итоги всех летних конкурсов, а также выберут короля и королеву чтения. Пускай праздник длится недолго, ну, чуть меньше часа, но он яркий, насыщенный и нравится всем, и нам, как организаторам, и детям, как участникам, и они тоже получают большое удовольствие. Праздник начался с парада читателей, где делегации от школ Видного представили свои команды и девизы. Всем командам подарили книги об истории Видновского края и поблагодарили за участие. Затем подвели итоги конкурсов, проходивших в библиотеке летом. Сотрудники детского сада «Ласточка» Галина Сагина и Светлана Челнокова победили в конкурсе «Любимому городу наш букет» в номинации «Самый оригинальный экспонат». Наша работа была самая большая, самая красивая, ну так нескромно. Да. И мы получили, делая эту работу, получили массу позитива. Нам очень понравилось. Маленьким читателям, конечно, не терпелось узнать, кто же станет королем и королевой книги. Лида Ваган с 4 лет каждую неделю посещает библиотеку вместе со своей семьей. Поэтому в том, что именно она получит заветную корону, никто и не сомневался. Первая моя книга – это была зацепка, с помощью которой я начала больше читать. Это какая? Не секрет, я сенсорят? Ну, Катя Матюшкина и Катя Ковита. Ну, Катя Матюшкина, «Приключения Вани в аптехосарафане». Король книги и по совместительству ученик 3-й школы Илья Бузункин тоже обожает читать, причем вполне серьезную литературу. Я часто прихожу в библиотеку, читаю. Словом, несмотря на доступность в наше время книг, в том числе электронных, поток читателей библиотеки не ослабевает. В библиотеку надо ходить, потому что потом будешь хорошо читать и можно будет отвечать на сложные вопросы. Если ты будешь читать книги, ты будешь становиться умнее и узнавать много чего нового. После официальной части ребята смогли поучаствовать в мастер-классах, сказочной викторине и квесте, а также сделать аквагрим и нарисовать на асфальте любимых героев книг. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.